Футбольный клуб «Химки» завершает сезон ФНЛ. Впереди только один матч. На стадионе «Родина» футболисты провели открытую тренировку, пообщались с болельщиками, рассказали о планах. Накануне красно-черные встретились с командой «Чертаново». Матч закончился досадным поражением, однако химчане успели забить гол в ворота противника. Сейчас команда разбирает ошибки и накапливает силы к следующему матчу. Главный тренер Андрей Талалаев взял под свое крыло команду в апреле. С тех пор красно-черные провели несколько результативных матчей. Нападающий Дмитрий Барков проводит ФНЛ первый сезон. Принял участие почти во всех играх, успел принести команде 2 гола. На остаток сезона цели амбициозные. 6 очков принести команде. Другого вообще не рассматривал. Никаких ничьи, только победа. Потому что команда сейчас на ходу, у команды хорошее настроение, тренировочный процесс. Все для нас делается, восстановление, поэтому выходить только побеждать. Следующую игру химчане проведут уже на своем поле. Принимают гостей из Владивостока. Футбольный клуб «Луч Энергия». Команда считается самым неуступчивым соперником. На ее счету меньше всего проигрышей в этом сезоне. Команда очень закрытая. Баланс игры у них в обороне. И будем надеяться, что мы сумеем взломать, преодолеть эту тяжелую оборону и забить гол, порадовать наших болельщиков. Ну а не пропустить, это зависит от того, как, насколько удачно мы сыграем и, конечно, от удачи. Сейчас, пока она нам сопутствует, мы пропускаем достаточно мало. Сейчас футбольный клуб «Химки» занимает 9-ю строчку рейтинга. Ближайшие цели – закончить сезон на яркой ноте, отдохнуть и начать штурм турнирной таблицы в следующем сезоне. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.